Ну что, леди и джентльмены, я вновь всех приветствую на своем канале, у микрофона, как обычно, вас беспокоит бог, и вы попали на мой новый видеоролик по проекту EasyDrop. И у меня на балансе присутствует 35 тысяч рублей, онлайн практически 1000, и вновь обновился у нас еженедельный, ежемесячный, ежедневный конкурс на крутые скины. Но об этом поговорим чуть позднее, но прямо сейчас результаты прошлых трех победителей из моего видосика, вот они. Но если именно ты хочешь попасть в мой новый видеоролик, но до сих пор не знаешь, как это сделать, тогда прямо сейчас спускаешься в комментарии, пишешь свой коронный комментик под видосик и надеешься выиграть крутой приз. Но как только это видео набирает 1000 лайков, я сразу же дропаю для тебя новую серию. Поэтому не теряй ни минутки, подписывайся на канал, ставь колокольчик, ну и конечно же пиши комментарии. Ну а мы будем начинать. Прямо сейчас в левом нижнем углу у нас виднеется вкладочка бонуса. Один бонус, нажимаем получить. Опять эта скидка 30% на любой кейс до 100 рублей. Конечно, мы его скипаем. Как вы уже могли, наверное, догадаться, баланс я пополнил сам, 35 тысяч, соответственно, сегодня будем открывать все бесплатные кейсы, в том числе и бесплатный кейс под номером 6, ну, хочу сказать так, что на изике не залетал давно, хотя видосики стараюсь вкладывать стабильно для вас, каждые там 3-4 дня на этот канал, на основу каждые 2 дня, чтобы каналы не засыпали, так сказать, не превращались в скелетов, дропаю для вас интересный новый контент каждый день. Вот сейчас перехожу уже на летнее оформление, хочу себе сейчас новую шапочку заказать, ну или может оставить старую, напишите, как вам шапка на канал, если вы из России, вам, наверное, не видно, но если там VPN-чик включите или с того же Казахстана, все видно, потому что Роскомнадзор картиночки уже как полгода назад заблокировал. Но поговорим сегодня не об этом, поговорим о том, что нам горячие грезы дропаются с бесплатного кейса по номерам 2. Это очень неплохо и не дурно, хороший признак. Ну и максимально, что мне подало с бесплатного кейса по номерам 2, это нож с лезвием крюком, ручная роспись. Вот этот ножик я и, конечно, буду надеяться сегодня с этого кейса залутать. Ну а если говорить о чем-то реальном, то тут хотя бы P2050 и может упасть Азимов за 1500 рублей. Ну ладно, я думаю, что и грех жаловаться, потому что у нас уже за два бесплатных кейса суммарно дропа на 646 рублей. Это тоже неплохо, потому что, в частности, выпадает только угроза с первых двух кейсов. Ну а здесь что-то даже интересное удается залутать. Ну и под ваши бурные лайки и комментарии открываем бесплатный кейс под номером 3 и будем просто максимально верить и надеяться, что этот кейс нам что-нибудь предоставит. А угроза — это такой себе расклад. А угроза? Ну понятно, ну хорошо. Ну давай тогда бесплатный кейс под номером 4 будет отличным дополнением к трем прошлым неудачным попыткам. Да-да-да, спасибо. А может быть стоит что-нибудь получше залутать, поинтересней. О, Glock Westland Rebel, хорошо, 1100 рублей, как с куста просто, ребята, а главное бесплатно. Ну это вообще другой разговор, это открывает нам глаза и развязывает руки на бесплатный кейс под номером 5. Вот этот кейс уже не шуточный, с ним шутки плохи, тут уже может и Ягуар за 5к дропнуться, и Дикий Лотос кому-то падал, я видел. Давайте попробуем еще раз, конечно, уже как-то меньше шансов, но у нас еще есть 6-й бесплатный кейс, не будем про этот замечательный подарок судьбы забывать. И вообще, по целям, я обычно говорю, какая у меня цель, сегодня, знаешь, цели нет. Вот сегодня хочется просто с тобой поговорить, пооткрывать кейсики и просто помечтать, посмотреть, что будет. Потому что будет-то, может, оно и все интересно. Как бы не только угроза может дропаться будет. С бесплатных-то кейсов, а EasyDrop, может быть, нам как-нибудь получше повезет. Что-нибудь такое, что прям дэнк. И все, и классно, и молодцы, нет? Ладно, угроза, что ж, тогда в этом случае мы просто берем и открываем его еще раз, и это складной нож, фрихенд. Фрихенд, просто, ребята, реально, ручная роспись за 13-102, круто, круто, и это только одно слово. Почему так раньше не падало, я не знаю, ну, вообще, вот когда ничего не ждешь, обратите внимание, да, падает максимальный занос, и падает прям очень-очень жирно и хорошо, и я, наверное, этот ножик буду сразу же оставлять, и это будет как такая, знаешь, гарантия того, что мы сегодня уже что-то с сайта явно заберем, потому что, ну, разные вещи, разные ситуации бывают. Давай посмотрим под топ-пользователям. Ну да. Получается, что мой ножик сразу встает на второе место за час. Ну, за день, конечно, он не дотягивает. Кстати говоря, про конкурс на арабеску золотую выиграл Чесато его или Кихато. Не знаю, как правильно. Ребят, поправьте в комментариях. Вот он, в принципе, арабесочку залутал. Вчера еще чекал его аккаунт. Ну и новый конкурс на всю ту же арабеску можно вот здесь вот, да. То есть пополнить нажимаешь, когда 50 тысяч пополнишь, можно участвовать. У меня, к сожалению, такой возможности нету. Но это временно. Я в следующий раз залечу с полтишочком, да. Итак, что мы сегодня, ребята, должны с вами залутать? Во-первых, есть шанс
ножа. Во-вторых, топ-кейс. Это те кейсы, которые у меня всегда в приоритете. На черный день я, так сказать, случайный найф-кейс. И, может быть, даже вот кейс бога открыть стоит. Почему нет? Он что-то говорит, он разговаривает. Да, то есть бог три топора. Сейчас такой вот комментарий прозвучал, и остается надеяться и верить, что нам что-то интересное дропнется. Благо баланс у нас позволяет рисковать, совершать ошибки, совершать попыточки, как и удачные, так и неудачные. Ну и можно еще открыть 4000 рублей потратив. Может быть, что-то конкретное сейчас дорогое упадет, потому что с моего кейса, ну, довольно-таки часто падает интересный дроп. Картель, 2 баскила ну, это уже лучше, чем 1300 рублей. Причем, сколько баскил стоит? По полторушки. Нормально. Это окуп. Давай фастом попробуем разочек открыть его. Ну и всеми возможными образами просто окупиться. Вот так вот, бэм, полторушечка, ладно. Оставляем все, будем делать контракты. Потом будем делать апгрейды. То есть, поскольку сегодня какой-то конкретной цели нету, я не буду супер сильно топить и агрессировать. Мне кажется, что это сегодня к нам ни к чему. То есть вот, потихонечку, помаленечку. Сейчас давай бам-бам, 1400. Бам, хочется, конечно, чтобы сейчас прям что-нибудь уже выдал. Ладно, но мы так нормально зарядили. Слушай, кейс бога, ребят, поэтому если вы сейчас в офлайн, в онлайн ленте, точнее, открываете, можно прям его неплохо проверить, мало ли что. Ну давай топ-кейс открывать, что? Два раза откроем, 5000 оставим напоследок. Ага, спойлеры. Да ну это мне, реально? Подожди, а это еще не только волны, это еще и складной нож лор. Еще и лор. Просто еще и тридцатку, господи, 84 тысячи. Ну-ка, если вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и все. Ребята, вот и вывод, 134 тысячи. Изи, просто изи, легко. Делать деньги называется ролик, понимаешь? 9100, пойдет за нос. Пойдет, и конечно, будем сейвить эти все скины. Ну, штык-ножем 9 надо по-любому уже забирать. А дальше, что я думаю, можно немножечко попытать свою удачу на этом ножике, но вот эти три ножа на 112, 500, это надо прям по-любому сейвить. Ну, потому что лучше, наверное, уже точно не будет, ребята. Кстати, завозите лайкосы за такой контент, ни хрена себе. Так вот, резко раз, и топ-кейс выдал, отдался, так сказать, во все тяжкие, неплохо. Так, здесь у нас что-то интересное. 3700, ну не так уж это и интересно. Можем попробовать тоже сейчас контрактики поделать, да, из того, что нас интересует. Давай еще на пятачок. Кстати, оно примерно в ноль или в небольшой плюс уводит, то есть это уже радует, учитывая то, что мы так жестко окупились, нам еще что-то продолжает выпадать. Давай откроем изи тайме. Может быть, как раз таки именно этот кейс сейчас расчехлится на удар молнии или тому подобные скины. Воу, воу. Слушай, это неожиданно приятно, 2500. Конечно, это снова не окупает наши ожидания, но это в ноль. То есть, ну, хорошо же. 1300, 1400, нормально. Давай тогда оставим эти скины. На 3700 можно попробовать перчатки, я уже понимаю, что они не выпадут. Чисто на удачу, наугад. Окей, и теперь в силу завершения этого ролика попробуем сделать контракты обмена. Будем миксовать, будем разные делать. Какие только, так сказать, в голову сбредут, такие и будем делать. 8500, поехали. Хочу 8500, кстати, да, об этом. 1200 юмб динамика, пролетный скин. Давай вот так вот сделаем. На 3900 может быть еще что-то вот хорошее такое, знаешь, прям мужское выпадет. 2200. И последний контракт. Я так понял, все, да? Контракты нас сегодня не любят. 6100. Нарисуем вот такое вот прекраснейшее сердечко. Я считаю, что лучше этого сердечка не придумали. И просто будем сейчас верить, что контракт за 6000 нам обязательно дадут везучий. 1500. Окей, ребят, но это точно знак, что надо этот ролик заканчивать. Давай попробуем сделать сейчас апгрейд. Последний, все-таки обещал вам апгрейды. Всего лишь один будет за этот ролик, наверное. Ну и на этом закончим данный видеоролик. Если он вам понравился, дайте знать об этом в комментариях. Забираем сегодня все скины, которые выбили. Это складной нож лор за 32. Это штык обязательно за 52 касика. Самый сочный, мощный за 28 тысяч. Конечно же, коготь, кровавая паутина. Он, наверное, будет не очень хорошего качества, но не суть да важна. Получается, сегодня 112 тысяч залутали. Могли залутать 140, но немножечко заигрались. Все, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте этому видосу лайк. И подписывайтесь на канал. Все, ребята, пока-пока.